Как все-таки приходят к вам идеи, блестящие, парадоксальные идеи? Самая поразительная идея пришла ко мне, когда я был 19-летним, в 1939 году. Писатели, занимающиеся научной фантастикой, всегда писали о роботах. И они неизменно были опасны. Их изобретали, а они убивали. Или роботов еще представляли в виде неких рабов, которых было жалко до слез. А мне казалось, что роботы вовсе не будут такими. Это будут машины. И в них будут вмонтированы специальные устройства. И я написал серию рассказов о роботах-машинах, чей искусственный интеллект был обусловлен, контролировался законами робототехники. И эти рассказы стали популярны. В 1950 году они были изданы, собраны в книгу «Я – робот». И на эту книгу до сих пор спрос во всем мире. И большинство специалистов, занятых сегодня робототехникой, зажглись интересом к этому, прочтя книгу «Я – робот». И закон робототехники повсюду цитируют, и меня спрашивают, как вы их придумали? Неужели подросткам? И вы не знаете ответа? Ответ простой. Я очень хотел написать рассказы. Неудержимо стремился создавать хорошие рассказы. И все время думал о сюжетах. Дорогие друзья, любители фантастики, вот этим интервью, которое взял корреспондент гостелерадио Владимир Дунаев у известного и многими любимого писателя-фантаста Айзека Азимова, мы начинаем сегодня 12-й выпуск нашей программы «Этот фантастический мир». Кто знает творчество Айзека Азимова, уже, видимо, понимает, что сегодняшний выпуск будет посвящен проблеме роботов. Вернее, проблема роботов – это уже инженерная проблема. А вот проблема отношения человека и робота – вот это уже фантастически сложная проблема и для фантастов, и для нас с вами. И чтобы в ней разобраться, мы сегодня пригласили к нам известного знатока научной фантастики, критика Владимира Гакова. Тема искусственных существ, созданных людьми, в научной фантастике имеет очень долгую историю. Я вот после слов Георгия Михайловича пытался вспомнить, что же я писал о роботах и что писали другие критики и литературоведы. У меня волосы вставали дыбом, сколько же придется рассказывать. В этой истории есть три писательских имени, три вехи. Мэри Шелли, Карл Чапик, Айзек Азимов. Мэри Шелли, английская писательница, тогда еще совсем юная девушка, написала в начале прошлого века роман «Франкенштейн». Это был готический роман, роман полный, так сказать, ужаса, тайн. Но это был и первый роман, в котором стала проблема основная, мучившая фантастов потом. Проблема искусственного существа, которое создается человеком для помощи себе, а затем начинает вести себя как-то по-своему, и не всегда так, как планировал создатель. Следующий этап, следующая, так сказать, веха отправная, это начало нашего века, Прага, 20-й год, известный уже в то время журналист и писатель Карл Чапик, который написал пьесу «РУР» – «Россумские универсальные роботы». Карл Чапик никак не мог придумать слово, как назвать те искусственные существа, которые он придумал гораздо раньше, чем термин. И помучившись, бывает так, что писатель зациклится и в голову не приходит нужное слово, он спросил брата, художника, придумай мне слово сходу. Тот сказал «робот». Робот – это просто, ну, работник, работяга.
Так слово вошло, можно без привлечения сказать, в языки всех народов мира, в нашу жизнь. Ну, в общем, наш 20 век без этого слова уже не мыслим. Как без слова «спутник», и как без слова «атом». И третьим, это уже после войны, или в 40-х годах, если быть точнее, был Айзек Азимов. Но удивительно, что эволюция роботехники в фантастике пошла какой-то своей дорогой, каким-то своим путем, а в реальной жизни, как мы теперь уже понимаем, совершенно своим путем. Все те страхи, все те надежды, все те, ну, так сказать, какие-то страсти, которые кипели вокруг роботов научной фантастики, в реальной жизни были решены очень просто. Сразу стало ясно, что робот — это механизмы. Это умные механизмы, которые предназначены умно, толково делать свое дело. Часто не два, не три дела, а вот именно одно. И выяснилось, что для того, чтобы прекрасно завинчивать гайку или там точно находить какую-то деталь в ворохе других деталей или быстро включать какую-то схему, не нужно этому роботу ни голова, не нужны ему, так сказать, глаза, нос, две ноги, две руки. Достаточно просто хорошо модифицировать одну руку, снабдить ее маленьким мозгом электронным, и эта рука будет прекрасно справляться со своей функцией. Ну, естественно, возникает вопрос, ну что же, значит, фантастическим роботом был уготован короткий век и все? Я думаю, что нет. Потому что с самого начала они были предназначены совсем для другого. Вот упомянул Айзек Азимов о трех законах роботехники. И, в общем, это, надо сказать, тоже веха в этом вопросе. Да. Он человек был педантичный, влюбленный в науку. Он сел и придумал некую науку под названием роботехника. Ну, или, как сейчас произносят, робототехника. По-английски это robotics, по аналогии с математикой, кибернетикой, генетикой и другими науками. Он придумал три закона. Первый закон – робот не должен приносить вреда человеку или своим бездействием допускать, чтобы такой вред был нанесен. Второй – робот должен выполнять все указания, приказания человека, но так, чтобы не нарушить первый закон. Ну и третье – робот должен заботиться о собственной безопасности, но так, чтобы не нарушать первый и второй закон. Блестяще. Вот. Самое удивительное, что ведь это незаконное поведение роботов. Если мы задумаемся, это попытка создать идеальный закон поведения людей. Да, это попытка создать некие существа, которые ведут себя лучше, чем мы, не допускают наших ошибок, потому что они, в отличие от нас, грешных людей, обязаны вести себя вот строго след этим законам. А жизнь настолько сложна, что часто приходится принимать совершенно нестандартные решения, которые не укладываются ни в какие схемы. Я даже позволю себе такую еретическую мысль, что вся роботехника в литературе, в научной фантастике продемонстрировала нам, насколько же мы сложны сами. То, что и волнует, по-моему, хорошую фантастику. Показать границы наших возможностей, в том числе возможности нашего поведения, нашей этики. Нашей здесь морали. Вот самое драматичное все-таки, видимо, вот, в том, что мы вроде бы их создаем для себя, чтобы они быстрее считали, чем мы, сильнее выполняли какую-то работу, где требуются нечеловеческие усилия, а вот они выйдут из-под контроля. Потому что как только мы им даем мозг, разум, мы должны забыть о том, что это будут наши слуги. Сейчас роботы уже из фантастики шагнули к нам буквально в цех, в дом, и многие боятся, что роботы просто вытеснят людей, ведь они думают быстрее, ведь это неправильное мнение, которое, может быть, 10 лет тому назад было бесспорным, что робот только считает цифры быстрее. Нет, ведь уже искусственный интеллект это думает. Совершенно верно. По крайней мере, в фантастике. Проблема, что робот вытеснит человека, она есть. Как ни странно, она уже есть в жизни. Меня потрясло сообщение, что в Японии наблюдается безработица роботов. Уже сейчас, не научная фантастика. То есть вот сейчас, так сказать, возможно, у них скоро возникнет конкуренция. И ну, просто в мире, где, как мы знаем, законы отнюдь не человеческие, там и роботам будет трудно, и, конечно, это будет какая-то опасность. Они, в общем, повторят все наши проблемы. Ну, я говорю, не наши, а того мира, где вот, действительно законы, может быть, и античеловеческие.
Но есть другая проблема, и она сейчас волнует писателей, она волнует уже социологов, она волнует педагогов. Я считаю, что если роботы станут очень похожи на человека, это еще полбеды. Вот опаснее другое. И это мы уже наблюдаем не на страницах научно-фантастической литературы, когда люди становятся похожи на роботов. Ведь в общем, что такое робот? Это всегда был синонимом стандартизации. Это стандартные движения. Это одинаковые манеры вести себя. Это, в общем, стандарт в каких-то реакциях. Это не гибкость мышления, это отсутствие фантазии. Массовая культура. Ну, вот вы и назвали то, что меня, скажем, сейчас больше. И, кстати, имеет прямой выход к проблеме роботов. Поэтому я думаю, что вот нашим молодым телезрителям, а если они читают фантастику, для них все не прозвучит вновь, стоит еще раз, наверное, задуматься вот над этой проблемой. Как нам сделать, чтобы мы-то остались людьми, и в наш век, когда действительно есть какой-то общий ритм и какая-то скорость, и не всегда задумаешься, как поступить. Иногда хочется как-то укрыться быстрой какой-то, ну, быстрым навыком. Вот меня вбили вот в такой ситуации делать так-то. И мне уже задуматься и лень, и времени не хватает, и подстегивает, и хочется как-то укрыться за такой спасительной инструкцией. Но вот вы, которые имеете дело в своей профессиональной работе с инструкциями, понимаете, что они не от всего спасут. Человек, то есть наша способность делать непредвиденные решения, принимать, иногда фантазировать, иногда принимать даже парадоксальные решения, те, которые никакой инструкции вообще не предвидишь, это иногда кажется просто спасительно. Да, и в некоторых действительно спасает. Произведениях фантастики уже такое противопоставление, что робот оказывается более чутким, предупредительно. Да, ну вот фантастику надо читать еще и с этой целью. Чем человек. Думать о том, что уже очень скоро может перестать быть фантастикой и станет нашей реальной жизнью. И будет волновать писателей реалистов. Но я не думаю, что фантасты останутся без сюжетов. А я не думаю, что люди будут более, так сказать, железными, более скупыми, менее интересными, чем роботы. Хотелось бы верить в это. Благодарю вас, господин Ганна. У этих ботинок такие длинные носки. Да, да. Носки этих чудесных ботинок, которые я подарил вам к вашему 70-летию, да. Ни при чем, просто вы состарились, друг мой, да, да. Вы же вчера не смогли мне завязать шнурки на ботинках и пролили воду для бритья на ковер. Не огорчайтесь, не огорчайтесь. Пойдите, приготовьте мне кофе, а я переоденусь и скоро приду. Конечно, конечно. Господин Ганн, через 10 минут все будет готово. Эх,
Йоган, Йоган, а когда-то мы с вами тут через две ступеньки прыгали. Господин Ганна, может быть, действительно поискать мне замену? Молодой человек справится, конечно, лучше меня. Что? Что? Вы что, решили окончательно извести меня сегодня, Йоган? Разве вы год назад не сделали этого опыта, взяв вам замену? Правда, этот молодой человек очень быстро одевал меня и не проливал воду для бритья на ковер. Он делал все очень ловко и хорошо. Да. Но не прошло и месяца, как я уже не знал, как от него избавиться. Довольно, спасибо. Все. Ночью у меня разыгралась подагра. Зову его, а его и след простыл. Ушел, видите ли, гулять. Естественно, утром я ему делаю замечание. Так он, знаете ли, нагрубил мне и исчез вообще. Хорошо еще, что не ограбил и не зарезал. Нет больше хороших слуг, нет. Можно найти человека лет 50. Крепкого, но без молодой заносчивости. Нет, хорошую слугу надо беречь, Йоган. А кроме того, трудно привыкать к новому человеку, да. Ну что ж, очевидно, придется с вами век коротать. Ой. Я могу видеть мистера Ганна? Доложите, Джон Митчелл, представитель компании Вестингхаус. Мистер Джон Митчелл, представитель компании Вестингхаус. Я хочу сделать вам одно весьма любопытное предложение. Будь вы даже президентом компании, я бы вам ответил, что не приму ваше предложение. Уже 10 лет, как я отошел от всяких дел и не желаю. Впрочем, садитесь. Благодарю. А почему решили, что я хочу предложить вам вступить в дело? Мое предложение совсем иного свойства. О, слушаю. Всем хорошо известно, что очень трудно в наше время найти хорошего слугу. Старые, преданные слуги. Под влиянием неумолимого закона природы все больше дряхлеют. Ну, молодежь капризна. Даже женщины небезопасны. Да, наймешь и такую шельму.
И не успеешь оглянуться, как окажешься у нее под башмаком. Но это еще полбеды. Иные специально нанимаются в услужение, чтобы через некоторое время просто перерезать вам горло, а потом убежать с вашими драгоценностями. Йоган, можете идти. Ничего, ничего. Ну, продолжайте. Липси, собаченька, ну, иди сюда, иди, ну, как знаешь. Ну, о найме новых слуг не может быть и речи, но без слуг ведь тоже не обойтись. А не подумали ли вы, мистер Ганне, о таком печальном моменте, когда ваш старый слуга не сможет прийти на ваш зов только потому, что не сможет подняться с кровати. К вам некому будет прийти на помощь, и вы будете лежать без сил, один, беззащитный. И пауки, вы знаете, такие громадные, такие, знаете ли, мохнатые пауки будут прямо сверху спускаться к вам на голову, и эти обнаглевшие крысы будут прямо прыгать к вам на одеяло. Что за чепуха? У меня в доме никогда не было крыс, ни ваших мерзких пауков. Йоган! Минуточку. Йоган! Одну минуточку. Не уходите. Ну, хорошо. Перейдем прямо к делу. Я хочу предложить вам идеальных слуг, которые будут выполнять каждое ваше приказание, будут немы и даже не потребуют денег на пропитание. А как они выглядят? Что, в виде людей, нет, да? Нет, 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 нет. Это механизмы. Один руководит механической метлой или пылесосом, а другой, понимаете ли, открывает перед вами двери. Вот стоит сказать только «Сезам, откройся», и дверь откроется, как в сказке. А вы знаете эту сказку? О, к сожалению, я забыл. А вы знаете, в этой сказке говорится об одном человеке, который сказал «Сезам, откройся» и попал в пещеру полной драгоценности. Да? Но, войдя туда, он забыл волшебное слово. Стены каменные за ним замкнулись, и он попал к разбойникам. Надеюсь, вы позволите мне продемонстрировать вам некоторых из наших механических слуг. Право, не знаю. Поверьте, не пожалеете. Осторожнее. Угол. Вот так. И осторожненько за мной. За мной. Так. Стоп. Я думаю, что этими комнатами можно ограничиться. Вперед. Так. Вот здесь и вот здесь. Потом здесь и здесь. Так. Виноват. Так. Так. Ага. Ага. Значит, мне кажется, стоп, за мной. Так, виноват. Прошу вас, мы сейчас продемонстрируем вам наши механизмы. Садитесь. Вот так, да. Ковер. Это сюда. Нет, нет, сюда. Вот так. Так, аккуратней, аккуратней. Замечательно. Замечательно. Это так называемая механическая метла. Вам стоит сказать только
и она начинает действовать. Пожалуйста. Мити. Чипси. Не бойся, не бойся, чипси. Йога, вы видите? Ну как, мистер Ганн, вы довольны? Отлично. Я очень рад. Но ведь это только начало 20 века. Удивительно. Да. Извините, простите. Таким образом, ваш добрый, чудный Йоган будет управлять механическими слугами. Сезам, закройся. И еще долго-долго будет служить вам. Будьте счастливы, да. Мистер Ганн. Спасибо. Будьте счастливы. Благодарю вас. Сезам, откройся. Друг мой. Этот Митчелл. Ничего. Человек не вашего круга. Сезам, откройся. А ну-ка. Сезам, закройся. О, невероятно. Сезам, откройся. О! Сезам, закройся. Скорей, 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 Йога. Да. Сезам, откройся. Так не бывает. Так. Что-нибудь забыли, мистер Митчелл? О, мистер Ганн, ну, как себя чувствуют мои механические слуги? Вы довольны ими? Вполне. Ну, а я не вполне. Я привез вам настоящего механического слугу, который будет исполнять все ваши приказания. Взгляните. Прошу вас. Вот так. Вот. Отсюда, пожалуйста. Так. Мистер Ганн, вы должны будете сказать слово «тревога». И тогда любой, кто подойдет к сейфу ближе, чем на метр, будет схвачен металлическим слугой. Ну, слово «тревога» я сказал. Йоган, прошу. Я? А он не переломает мне кости? А почему бы вам не попробовать самому, мистер Митчелл? Отпустите! Отпустите его! О, какова хватка! Нет, нет,
не нужен этот механический слуга. Не нужен. Йоган сейчас стоит крепко на ногах. А вдруг он испортится, сломается и полезет в драку? Нет, нет, не нужен. Уберите его. Исключено. Стоит сказать ему стоп. Видите? И механизм отключен. Что такое? Посмотрите, зачем же они уезжают? Остановите, остановите, пожалуйста. Простите, ради бога, простите. Я был так уверен, что вам понравится наша новинка, что распорядился не ждать. Мне так неудобно, мистер Ганн. Но я клянусь, я обещаю, что завтра утром его просто не будет в вашем доме. Пожалуйста. Вы не беспокойтесь, все будет в порядке. Ведь он выключен. И если вдруг вы захотите, чтобы он сторожил, вы его включите. Случае, я вас умоляю, не опоздайте завтра утром. Увезите его отсюда. Обещаю. До свидания. Вот так история. Зачем я только связался с этим Митчеллом? Завтра же утром скажу ему, чтобы он увез эти механические побрякушки и всю эту дребедень. И метелки тоже. Господин Ганн, господин Ганн, проснитесь, проснитесь. Что? Что такое? Кто? Вставайте. Это вы, вставайте. Что случилось? Господин, в кабинете происходит что-то странное. Мне приснился кошмарный сон. Сезам, откройся. Сезам, откройся. Давайте вместе. А ну-ка, еще раз. А ну-ка, еще. Ой. Извините, джипси у меня вырвалось. Всю ночь выла, лаяла. Не иначе что-то почуяла. Джипси, милая. Освальд, вы сильный человек. А ну-ка, помогите нам открыть эту дверь. Пожалуйста. Прошу вас. Я был несправедлив по отношению к нему. Похоже, он погиб, защищая мое имущество. Что же это такое? Что же это?
же, за что? Немедленно вызовите полицию. Я сейчас, сейчас. Господи, что за люди? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Полицию вызвали? Да, господин Ганны. Там внизу вас ожидает представитель компании Вестенгаус. Что? Тащите сюда этого негодяя. Успокойтесь, успокойтесь, господин Ганн. Здравствуйте, мистер Ганн. Я пришел сюда, чтобы произвести расчет за установку механических слуг, заказанных у нас, вашим управляющим мистером... Простите. Мистер Митчеллом. С вас 2225 долларов. И 3 цента. Что с вами? Что с вами? Обычная цена. Я внимательно изучил сводку за последнюю неделю. Никаких отклонений нет. Но этот... Как его назвали? Эрби, доктор Дженнинг. Эрби. Он читает мысли. Невероятно. Это 34-й робот модели RB. Все остальные соответствовали норме. Я ручаюсь, что сборка проведена без ошибок. Ручаетесь? Тогда вас нужно повысить в должность, если вы готовы отвечать за 75 тысяч операций, необходимых для производства одного робота. Не слишком ли много вы на себя берете, Эш? Давайте не будем обвинять друг друга. У нас появился робот, который читает мысли. И надо просто выяснить, почему это случилось. Могу я высказать одно соображение? Слушаем. Я думаю, будет чертовски сложно разобраться в этой истории и докопаться до ошибки. А пока важно держать в тайне существование RB-34. За себя мы можем ручаться, а рядовые сотрудники института наверняка, узнав о существовании такого робота, начнут у него выпытывать сокровенные мысли своих коллег. Представляете, какая появится пища для зависти, сплетен, интриг и взаимного недоверия? Кое-кто может на этом хорошо заработать. Значит, об этом знаем только мы четверо. Отлично. Мы должны заняться делом немедля. Вам, Эш, предстоит проверить линию сборки. Все от начала до конца. В помощники возьмите сотрудников вашего отдела. Всех до единого. Разумеется, они не должны знать, зачем это делается. Вам, Келвин, как нашему робопсихологу, предстоит пообщаться с самим роботом. Узнайте обо всем, что касается его телепатических способностей, каков их диапазон, как они влияют на его рабочие качества. Кстати, я слышал, что вы развели вокруг него целую оранжерею. Не слишком ли вы заботитесь о его уюте?
Господин директор, только я одна могу решать, какие условия нужны Эрби. И все же, Келвин, экология не наш профиль. А мы с Богертом займемся математической обработкой полученных результатов. Право, господин директор, вы могли бы не отвлекаться. Я бы справился и один, как-никак я в этом немного разбираюсь. Итак, за делом. Здравствуй, Эрби. Эрби, я принесла тебе кое-какие материалы о гиператомных двигателях. Хочешь их посмотреть? Садись. Это займет не больше получаса. Эти книги такие же, как и остальные. В них так мало интересного для меня. Меня интересует ваша беллетристика. Переплетение и взаимодействие человеческих побуждений и чувств. Я только-только начал в них разбираться. Любовь, ненависть, зависть. Ни один гиператомный двигатель не может сравниться по мощи с этими проявлениями человеческого духа. А ваши романы мне помогают. Я боюсь, что когда ты начитаешься наших современных романов, наши настоящие мысли и чувства покажутся тебе бесцветными. Не говорите так. То есть я хотел сказать, что подумать такое о вас не могу. Да. Я знаю. Доктор Келвин, вы об этом постоянно думаете. Как же я могу об этом не знать? Ты говорил об этом кому-нибудь? Меня никто не спрашивал. Ты, вероятно, считаешь, что с моей стороны это глупо? Ведь меня нельзя назвать привлекательной. Вы имеете в виду чисто внешнюю привлекательность, а об этом я не могу судить. Да и молодой тоже. Мне уже 38, а ему 35. Выглядит еще моложе, а я на все 45. Вы ошибаетесь. Послушайте. Зачем? Что ты об этом знаешь? Ты машина. Я для тебя всего лишь интересная букашка со своеобразными мыслями, которые ты читаешь, как страница открытой книги. Превосходный пример разбитых надежд. Правда? Почти как в прочитанных тобой романах. Прошу вас, выслушайте. Если бы вы захотели, я мог бы вам помочь. Здесь ничем не поможешь. Я знаю, что он думает о вас. Что думает о вас Милтон Эш. Он любит вас. Правда, любит. От меня это нельзя утаить. Но это невозможно. Не может быть. Он смотрит вглубь. Он ценит ваш интеллект. Милтон Эш не из тех, кто женится на прическе или хорошеньких глазках. Но ведь он никогда не давал мне повода даже предположить. А вы дали ему такую возможность? Как я могла? Я и думать не смела. Полгода назад к нему на завод приезжала девушка. Она была красива. Он целый день пыжился перед ней, пытаясь объяснить, как делают у роботов, кто она. Это... его двоюродная сестра. Уверяю вас, между ними нет никаких романтических отношений. Как странно.
Именно это я пыталась себе временами внушить. Хотя серьезно никогда так не думала. Значит, это правда. Спасибо, Эрби. Никому не говори об этом. Пусть это будет наш секрет. Послушайте, я сижу над этим уже целую неделю. И забыл, когда спал по-настоящему. Вы как будто говорили, что все дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере Д. Да, я уверен, что напал на след. Ну, так в чем же дело? Дело? Да. В Дженнинге. Он со мной не согласен. Старик отстал от жизни. Вот в чем дело. Слишком привык к руководящему креслу. А почему бы нам не спросить у робота? У робота? Ну да. Старуха Келвин говорит, что он маг математики, но этот дурень не любит математику, а предпочитает душещипательные романы. А вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзи. Говорят, она каждый день меняет ему носовые платки. Зачем роботу носовой платок? Ну, надо же и о ком-нибудь заботиться. Да. Кстати, боги, вы ничего странного за ней не замечали в последнее время? Она стала красить губы. Вы это имеете в виду? Губы красит, глаза подводит и еще пудрится. Ну и видок у нее. А может, она влюбилась? Вы с ума сошли. Ладно, идите к своему роботу, а я останусь здесь. Хорошо. Но вряд ли он мне скажет что-нибудь путное. Ошибки нет. Я знал это. Хорошо бы ты попытался объяснить это доктору Дженнингу. Да, вот еще что. Не пытайтесь сформулировать вашу мысль. Как только вы успокоитесь, я узнаю, что вы хотели спросить. Видишь ли, Дженнингу скоро 70, и он уже почти 30 лет директор исследовательского отдела. Скажи, ты, наверное, знаешь, а не подумывает ли он об отставке? Ну, мало ли, здоровье пошатнулось или какая-нибудь... Да, конечно. Что, конечно? Он уже подал отставку. Повтори. Повтори, что ты сказал. Он уже подал в отставку, но она еще не вступила в силу. Он сначала хочет решить загадку со мной. А потом передаст обязанности директора своему преемнику. Кто его преемник? Кто? Будущий директор вы. В этом нет сомнений. Я ждал этого. Спасибо, Эрби. О чем вы задумались, Милтон? Я уже должен был быть в отпуске.
меня были такие планы, а теперь из-за истории с этим роботом все откладывается. Что же вы замышляли, если не секрет? По правде говоря, я женюсь. Вот в чем все дело. Что с вами? Нет, ничего. А кто же избранница вашего сердца? Вы помните ту девушку, которая была здесь в прошлом году? Так вот это она и есть. Я очень рада за вас. Вот решение. Так. 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 Мистер Богерт. Но Кэлвин пришла к другим выводам. Чепуха. Кэлвин ничего не смыслит в математике. Может, вы хотите сказать, что я тоже ничего не смыслю в математике? Однако мое мнение совпадает с выводами Кэлвин. Но ни вы, ни мы не установили истинную причину возникновения RB-34. Придется обратиться за помощью к высшему математическому совету. Вы этого не сделаете. Как я этого не сделаю? Как вы смеете мне указывать? Я решил проблему, и вам ее у меня не отнять. Я же насквозь вас вижу, вы высохшие ископаемые. Да вы скорее подавитесь, чем признаете, что я, а не вы. Что я, а не вы решил проблему телепатии роботов. Вы идиот, Богерт. Еще слово, я уволю вас за нарушение субординации. Но этого вы, положим, уже не сделаете. Робот. Да-да, робот, читающий мысли, сказал мне о вашей отставке. Что? Что вы сказали? И будущий директор. Я. Вы уволены. Вы уволены, я освобождаю вас от всех ваших обязанностей. Но-но-но-но-но, не горячитесь. Ваша карта бита, все козыри у меня. Эх вы. Мыльный вы пузырь. Вы блефуете, Богерт. Но я раскрою ваши карты. Пойдемте к Эрби. Он не мог вам сказать такой чепухи. Ну что ж, пойдемте. Пойдемте.
Не переживайте, Келвин. Я знаю, зачем вы пришли. Он любит вас, уверяю вас, но не здесь, не сейчас. Этот мир иллюзия. Это ведь неправда, да? Скажи, неправда. Я хотел помочь. Помочь? 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 Как? Как? Помочь? Господи, я поняла. Я поняла. Это же так очевидно. Эрби. Я слушаю вас, доктор Дженнинг. Ты говорил обо мне с доктором Богартом? Нет, сэр. В чем дело? А ну-ка повтори, что ты сказал мне вчера. Я сказал, что... Ты сказал, что директор подал в отставку? Отвечай. Вы хотите заставить его солгать? Отойдите отсюда! Я добьюсь от него правды. Я подал в отставку. Выходит, не я одна попалась. Не вижу оснований для смеха. Трое крупнейших робототехников попадают в одну и ту же элементарную ловушку. Что все это значит, доктор Келвин? Вы, конечно, знаете первый закон робототехники. Разумеется. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Прекрасно сформулировано. Какой вред? Любой. Вот именно любой. А как насчет разочарований? А? О крушении надежд. Теперь дошло до вас. Этот робот читает мысли. Он знает, чем можно травмировать каждого из нас. И если вы зададите ему вопрос, вы услышите именно то, что хотели услышать. Боже мой. Какой же я дурак. Он все знает. И даже то, что с ним случилось при сборке. Ну, здесь вы, положим, ошибаетесь. Я разговаривал с ним. Ну и что? Вы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Это бы уронило вас в собственных глазах. Ты знаешь, в какой момент сборки была допущена ошибка? Да. Постойте. Его слова не обязательно правда. Вы просто хотите это услышать. Ну, Эрби, отвечай, где, когда была допущена ошибка? Почему ты не отвечаешь, Эрби? Я не могу. И вы знаете, что я не могу. Доктор Дженнинг и доктор Богерт не хотят. Не глупи, Эрби. Мы хотим, чтобы ты сказал. Я машина. А вы не можете оказаться слабее меня, не почувствовав унижения. Я не могу подсказать вам решение. Хорошо, скажешь доктору Келвин. Мы уйдем. Все равно не могу. Вы ведь будете знать, что решение исходило от меня. Ты не можешь сказать, потому что их это огорчит. Да. А ты не должен огорчать. Но если ты не скажешь, это тоже их огорчит. Так что ты должен сказать. Но если ты скажешь, ты огорчишь. А ты не должен огорчать. Так что ты не можешь сказать. Но если ты не скажешь, ты причинишь вред. Ты это понимаешь? Да. Он мертв. Я поставила перед ним неразрешимую дилемму. И он не выдержал. Можете сдать его в лом. Он больше никогда ничего не скажет. Я надеюсь, вы сделали это намеренно. Он это заслужил. Что ж, вы уволены, Питер. Лжец. Лжец. Лжец.
Внимание, внимание! Встречающих экспресс 1505 просим пройти на 8-ю платформу. Внимание! До отправления экспресса 1808 осталось 5 минут. Месье! Месье! Месье, почему у вас такой грустный вид, месье? Купите! Жизнь слаще с леденцами фирмы Густавсон. Месье, купите, купите, купите. А? Месье, вы здесь? Вы забыли купить леденцы? Нет, я ничего не забыл. А, ну тогда купите миндальные вафли. Просто объедение. Объедайтесь сами. Внимание! Поезд следующим рейсом 12.02 прибывает на 5-й путь. Внимание! До отправления экспресса 18.08 осталось 5 минут. Извините, месье, все вышли. Нет, там должна быть еще одна девушка. Блондинка в зеленой шляпе. Моя невеста. Нет, нет, вагон весь снят туристской фирмы «Селена». Лучше купите золотистое печенье. Вы съедите кусочек золотистого печенья, забудьте про все невзгоды. А? Встаньте. Не надо так со мной разговаривать. Кто вам дал право так со мной разговаривать, а? Не надо так со мной разговаривать, понятно? Господин судья, многоуважаемые присяжные. Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что цель моего выступления не доказать вину или невиновность моего подзащитного, а просто квалифицировать его поступок. Что это? Непреднамеренное убийство или самооборона с покушением на чужое имущество, или просто самооборона. Ну, о преднамеренном убийстве не может быть и речи, поскольку это включает в себя целый ряд этических и моральных аспектов, которые в данном случае неприменимы. По крайней мере, по отношению к погибшему. Ведь, как всем хорошо известно, к Персону обращался робот, робот-торговец типа Макси-Консул. Этот тип робота представляет собой разновидность робота Универсал-16. Эти существа, очень похожие на людей, прекрасно трудятся в тяжелой промышленности, в сельском хозяйстве и в торговле. Но все-таки не надо забывать, что это не более чем машины. Как показало вскрытие Макси-Консума, он неоднократно предлагал свой товар моему подзащитному. И на перроне, и в подземном переходе. Мой подзащитный несколько раз отклонил его предложение. Надо принять во внимание, что в тот вечер Персон был целиком поглощен предстоящей встречей со своей невестой Ингрид. Невеста не приехала, что могло означать только одно –
родители не дали согласия на их брак. Персон был в отчаянии. И вот в этот момент, в этот роковой момент, робот снова стал предлагать свой товар. Неудивительно, что Персон взорвался и оттолкнул назойливого робота. Как нарочно перрон был скользким, и робот соскользнул под колеса проходившего поезда. Свидетели происшествия не могли догадываться о состоянии Персона и поэтому превратно истолковали ситуацию, решив, что Персон нарочно толкнул робота под поезд. Ну, мне остается только сожалеть, что следствие сочло возможным принять показания свидетелей достаточным основанием для того, чтобы обвинить Персона в умышленном убийстве. Ну что ж, выслушаем теперь сторону обвинения. Прошу. Цель суда – установить истину, а истина – суть факта. Факты же заключаются в том, что наше государство производит и распространяет роботов на благо народа. Факты заключаются в том, что эти роботы представляют собой венец творения в области электроники и современной техники. Они все более делаются похожими на людей. В общей толпе трудно отличить робота от обычного человека. И все это для того, чтобы при встрече с роботом у человека не возникло неприязни к машине. Ведь эти уникальные создания выполняют огромную общественно полезную работу. Они не менее ценны, чем люди. А быть может, даже более. А теперь взгляните на обвиняемого. У него вид преступника. У него вид преступника. Я протестую. Против чего? Прокурор утверждает, что у моего подзащитного внешность преступника. Протест отклоняется. Продолжайте. Преступник! Позор для нашего народа! Человек, уничтожающий наших лучших роботов! Сегодня на перроне вокзала, завтра, быть может, у здания телевидения он убьет и господина Тревина! А ведь мы все знаем господина Тревина как исключительно обаятельного человека. Что? То есть, простите, робота. Робота. Ах, как он ведет наши музыкальные передачи. Вот последняя. Там еще была мелодия. Очень точно. У вас абсолютный слух. Простите за отклонение. Я продолжаю. Уже давно доказано, что роботы облегчают нашу жизнь. Человек далек от совершенства. А роботов не мучает ни стенокардия, ни язва желудка, ни угрызение совести, ибо их совесть чиста. Их совесть чиста. И разве не преступление умышленно погубить робота? Уничтожить его значит посягнуть на прогресс нации и человечества! Поэтому я требую высшей меры наказания для этого общественно опасного индивида!
Итак, вам остается решить, кого признать виновным. Господина Персона, который бросил робота на рельсы, или его изготовителя, то есть наше государство. Я надеюсь, что ваше решение будет справедливым. Господа, прошу вас. По единогласному нашему решению обвиняемый признан виновным. Йоханнес Миклас Персон. Согласно параграфу 2 статьи 3 государственного законодательства, вы приговариваетесь к высшей мере наказания. Отсылки в безвоздушное пространство. Держите его! Каков? Приговор окончательный и подлежит к исполнению безотлагательно. Легкая смерть. Господа, благодарю вас за работу. Прошу садиться.
Thank you.